Болельщики в ожидании. Во вторник в Петербурге будет жарко. Сборная России по футболу встретится со звездной командой сборной Испании. В Россию приехали чемпионы мира Пике, Рамос, Сильва и великий Андрес Иньеста. На сайте Первого канала комментировать игру вместе с Виктором Гусевым будет народный комментатор, которого выбрали зрители. Михаил Меламед из Барнаула поразил всех спортивной страстью. Я напомню, лидер голосования Юрий Домбаев из Улан-Удэ показал свои таланты во время матча Россия-Аргентина. На интернет-сайте и страницах Первого канала, в соцсетях за матчем следили более 3 миллионов зрителей. Рекордная цифра. И вот теперь комментировать встречу будет серебряный медалист народного конкурса. Я всегда думал, что комментировать матч, в котором играют все знакомые игроки, это гораздо проще, чем комментировать там матч, не знаю, каких-нибудь неизвестных команд. Ох, господа, нет. Нужно знать в миллион раз больше, столько же про этих известных игроков и про все их перипетии, и про всю их историю. Посмотрим, на что я способен. Мне кажется, что очень удачно, и, может быть, даже в чем-то неожиданно для меня, воплотилась в жизнь идея вот такой многостраничной трансляции на интернет-сайте Первого канала. Надо идти дальше, и надо повторить этот опыт, и, может быть, как-то его приумножить в Санкт-Петербурге. Матч, может быть, еще и более интересным, чем с аргентинцами. В интернете на сайте Первого канала меню для спортивных гурманов. Выбирать можно из нескольких видов трансляции. Уникальные ракурсы. На стадионе будет работать камера с обзором в 360 градусов. Итак, не пропустите матч России-Испания на Первом канале и на нашем сайте завтра в 21:30.